Я вас приветствую, дорогие друзья. Так, Facebook собирает аудиторию. Так. Вижу, присоединяется Бельце среди первых. Так. Подождем минутку еще, пока подключатся те, кто находится в социальных сетях, и после этого начнем. Так, пончи в эксу конектатлану черетеу нена. Нена йоть филичетку фаптуку и винементу к ай шиту унко пилаж. Екстраординар, вразте феличит шпетини 600 Виктору Богатько. Ла маймуц шла маймарь, кун спунила молдовень. Да кто ну май наскут, ере наскут ждяма стай ку онлайн, ку фейсбуку ла роду, ма стай ща ва серьезде же. Так. Значит, Вижу Кишинев активно, вижу Аргеев, Юг. Какие новости? Сейчас обсудим, ребят. Значит, чтобы просто потом не повторяться, я просто вижу счетчик бегает, люди все подключаются, как остановятся. Начнем обсуждать. Нурок, латуат и луна. Неджат Аскеров пишет новости о GBC. Так. Да, хочу поблагодарить всех, кто пишет комментарии, что делают репосты. Хочу поблагодарить всех, кто их делает. Потому что, не имея прямого доступа к СМИ, это сложно. Так. Вы знаете, наблюдая за тем, что происходит в стране, и жду не дождусь тот день, который все негодяи, которые участвуют в том, чтобы я не мог вернуться домой, фабрикацию уголовного дела, и прокуроришка Бусуёк, и там прочие ковкалюки, когда наступит день, и они будут все перед зданием генпрокуратуры в наручниках и будут петь словами. Можно выдать заранее наизусть, да, чтобы выучили песню, где рыжий ковкалюк будет сидеть. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, ведь как же ты красива в свои 18. Вот, поэтому этот день не за горами. Вот такая ситуация. Ну что, начнем. Почему я хотел поговорить онлайн с вами? С представителями СМИ, которые сейчас смотрят нас онлайн, да? Значит, увидел новость час назад примерно, тогда же, когда после чего я написал, что хочу выйти онлайн. Значит,
Значит, появилась статья, очень интересная, на Зяру Дегарда. Значит, артикул «Синумеште», видео «Досару Горбунцов», Руделе Луйпрока, Арата СМСварь, дело Константин Ботнарь, мы надряпталуй плохотнюк, а часто лечере Рабдаре. Значит, дальше в статье идет речь о том, что как заставляют, пытаются повлиять на Проку для того, чтобы он отправил какие-то, заявления из Румынии о том, что он не знает Плохотнюка, не знает его окружения, и тогда отпустят там его брата и там остальных людей из окружения, которые сегодня сидят, держат их в одиночках, пытаются любыми путями заставить их дать какие-то показания на меня, как заставили этого мошенника Сережу Чубану, Хокена и клуб Платина. Значит, но эти показания ему не помогут, потому что часть записи я опубликовал в программе «Сгонцы», которая была запрещена, остальные есть. Значит, понимаете, сегодня ситуация заключается в том, что Константин Ботнар, доверенное лицо Владимира Плохотнюка, переписывается с родственниками Проки и что-то там с ними обсуждает. Хочу сейчас задать новый вопрос новому генеральному прокурору, который строит из себя девочку-целочку пока, да, что на тему, как они это прокомментируют. Симас прокурор, вас аутосесизат дупа интервью у Горбунцов, Оскриз Братунов, Кулекрин Лавоть, Лухоружин, к требори порниты, кауза пенала, к универсал банку, кусаты, о конституту группари криминала, динчатачень молдовенш, строинь, Каса Ейтет Лугурбунцов, Каса Ломари Шимади Парти. Я как Костя Ботнер, конкрет дискут Курудили Лупрока, диспфапту Прока Трес Вискрии, Касвитет Нормал, Келнуш, Тип Плохотнюк Шимади Парти. Тот ей и инфлуенца за пивамини динантураж Лупрока, Капрока, Румне, Санкедегура. Тот ей, до почей шита чест артикула Куманзяра Дикарда, значит, аудат друма ей пи Ютуб, Косуце Лупрока есть и сукупы у Филди Прости, и она там мошенница, и вот она не сидела, одному сказала, правда непонятно сколько недель назад, а Проке, она говорит, что она сидела. В конце видео, где я говорю о том, что почему телеканалы Плохотнюка молчат о том, что второй раз закрывали жену Проки. Послушайте, я говорил неоднократно о том, что я сотрудничаю с правоохранительными органами Румынии по данному делу. И как вы видите, я давно молчу, потому что я не могу разглашать моменты из дела, в котором я являюсь свидетелем. То, что мог сказать, сказал. То, что сегодня Плохотнюк и вся эта его шайка-лейка заказала Горбунцова и создал этот синдикат киллеров, поверьте, что в этом нету точно никаких, нету точно ни у кого никаких сомнений. Пусть чаще посещают страны Евросоюза. Могут начать с Румынии. Чего они сидят так в GBC там копошатся с утра до ночи? И ночью тоже. Майшес, Майведес, Румыния, Европа. Ну, привона Кубанда оставалась, скажу, Парчпат, Лавумор. Сейчас ведем, подсинева, отрази Руснику, Пеколу. Что тут сейчас ведем, синий локомандат. И он целей каз Плохотнюк в раз демонстрезы ТЭТ. Фач тот посибил кас демонстрезы к Йосент, а чела корям организатор честь крим. Воспомним куда, Плохотнюк есть он интерлоп. Корю организатор Шумор Лугурбунцов он Лондра, шаму при мне еще не вросла, только кас ламазяск пещала. Пэт ламушкала дентраду авара, он залез. Шумул тиалти лукру. Сегодня они в наглу, значит, какой-то раду там, теща Проки говорит, который ездил в Проки в Румынию там несколько раз. Для журналистов, которые занимаются честными журналистскими расследованиями, могу дать подсказочку. Значит, Ачест Раду
который, про которого говорит Венера Гаспарян. Человек, которого, как они говорят, им пристал плохотнюк, я там не могу. Но то, что Чижиченко Раду по поручению плохотнюка был в Румынии, это факт. Поэтому петля сужается, они ответят за все эти бандитские преступления, которые совершили. И сам факт, что они пытаются сегодня демонстративно как-то привязать меня к этой истории, они могут привести еще 3 Леонидов Волнянских, еще могут найти 4 пожизненно осужденных и прочих, которых они пытаются убедить в том, чтобы дали показания на меня. Хочу посмотреть, как господин Харунжин среагирует и как отреагирует Румыния, потому что задержанный Валерий Маларчук, который якобы по версии плохотнюковского следствия брал деньги у меня, чтобы купить показания Проки, весь тот бред, который вы видели на публике. Человека держат в подвале в 13-м СИЗО. Он гражданин Румынии. Проходит в Румынии свидетелем в деле Проки. Он обратился к руководству Румынии, генеральному прокурору, министру внутренних дел, президенту, чтобы рассказать, что и зачем, самое главное, делает Плохотнюк, его прокуроры и полицейские. Просто вы сейчас вас сейчас думали хорошим. А дико прокурори в Оштре, полицейские в Оштре, Мерк, Элимпунпи Маларчук сдает декларации. К войну с интерес де аккорд, к Маларчук в спуск Плохотнюк, к Маларчук кунашти, к чеваш Плохотнюк организатор умору Лугор Бунцу, васта в уну в оконвине. Анцелезец, аста сентемблала ной шоу ситуации, где кауза поркалери лор луи Плохотнюк, что ты бригада аста луи декриминаль. Еу аста знумафлон Република Молдова. Аста знум вет пиуамени каре юбеск. Ну, вы друдили. Я вас тас, ну, под секундук нормал коммуничипил Белц, где ты так, видите ли, Плохотнюк решил все свои преступления свалить на другого. Красиво плохиш, но надолго этой красоты вам не хватит. Вся эта помада скоро слетит. И это, поверьте мне, не за горами. Я, к сожалению, огромному не могу говорить о том, что вообще я знаю в рамках этого дела. И то, что они пытаются там изобразить, что вот жена Проки, какие-то адвокаты, там, какие-то медведи, усатый в конце вот знал о том, что якобы жену Проки закрыли, они это пытаются там как чуть ли не оперативную комбинацию разыграть. Ничего не получится, ребят. Так же, как и с этим больным вашим Балакчи и так далее. И все вы будете сидеть в тюрьме. Почему я не должен 15 числа открывать новогоднюю елку? Почему я не должен заниматься проблемами города Бельца? Я занимаюсь ими по телефону дистанционно. Я пытаюсь что-то делать из-за рубежа, иногда в командировках, иногда вот в отпуске, потому что сегодня они ищут любой предлог, чтобы меня уволить. Значит, потому что все эти варварские группировки, которые разорвали до крови и уничтожили Бельцы, хотят вернуться к власти. Правильно, под крышей плохиша, сейчас опять с базара будете получать миллион лей. Миллион этих вот, на букву Z от попугая. Вот что вы получите в Бельцах. Бельчане не пустят этих подонков и негодяев в город обратно. Вот, поэтому, ребят, значит, Ирина Попеску. А пой тот уж, домнули усатый, где унди, отца флад, где спрячесту аресту сутилу и прока, да каста афост дуар уэн сценари. Ам приму рынд камны клар ка фост уэн сценари сауну, дар варипетен кудат, кё колубурецку орган ли ге дрепт, где Румыния. Поцы воспунка мая вуд кытева дискуссии телефоничи, ку прока, кадру досарлу, что чем дискутат есть ин досар. А шика ну кота с водом папру. Выла мурит свой дищи кося ботнер леспони, уляк дерабдариш, мэребди
прока стриматус ксварик нуш типи плакатнюк нуло возот жема и пальц. Вы классно кларификация. Просто уроды. Вы правильно пишете. Конец уже близко. Будет пытаться плохие стать премьером до 23-го, до инаугурации Дадона. Будет он пытаться стать после. Я говорил уже, что у меня вызывает много вопросов этот ремонт в парламенте, который есть, да? Значит, который идет в ремонт в кабинете премьера, извините. Значит, может, и делают люди плохиша. И вроде для него, но время покажет. Но этих гадов просто нужно добивать. Шаста мной требует, стимас претень с неуним. Про европень, про руш, про румынь, про молдовень. Асас требует с фиму экипы униты. Ши солидем лабот, ши тэц потлуга решите с патридзаском пушкарей. Воебеск, водворец кусяры бона, мерзим дуары наинти.